Значит, все пошло. Здравствуйте, друзья! Я на крупнейшей выставке в Германии. Называется Эгритехника, вернее, Агритехника. И здесь мы снимаем интервью. И представляете, чтобы снять интервью, пришлось взять 28 килограмм оборудования. Поэтому я минимизировал каждую железочку я минимизировал. Вот давайте посмотрим, как получилось. Смотрите, всего два света. Я взял всего два света. Вот эти вот маленькие два света, ну, относительно маленькие, но все еще они позволяют нам дать, ну, такой яркий, как бы полурассеянный, что ли, свет. Да, почему полурассеянный? Потому что здесь очень много всякого света рассеянного, да, и здесь я немножечко поддаю энергии, то есть совсем уже рассеянный, портретный. Ну, смысла брать не нужно было. Значит, вот смотрите, я поставил на гостя, как бы гость более важен, да, ну, условно. Я поставил на гостя сюда, вот гость у нас вот здесь вот, да, обратите внимание, да. Гость вот здесь сидит. Сейчас, да. Я поставил вот этот, да, вот этот свет я поставил на гостя, и я поставил в камеру J4 на штативчике, поставил с объективом 25 миллиметров, вот 1.4 Carl Zeiss, очень хорошим объективом, да, поставил, чтобы было симпатичненько, вот. Значит, посмотрите еще, да, вторая камера, давайте подойдем, вторая камера. Вот, вторая камера, это очень интересно, обратите внимание, она стоит на штативе от света. Почему я поставил от света? У меня там еще осталось 3 штатива, но не могу, не влезает по килограммам. Что я сделал? Я поставил покрепче штатив, и я поставил, здесь вот есть такая Сируи фирма. Она делает такие маленькие штативщики. И чем его прелесть? Вот он очень плавный, вот по этой оси он очень плавный, а по вертикали он такой как бы на шарнире. Но дело в том, что по вертикали нам панорамы очень редко нужны, нам всегда плавные по горизонтали, поэтому это хорошая штука. Вот я сделал из него такой штатив, мы его все равно трогать не будем. Но, смотрите, еще интересно, что у нас два приемника, два передатчика, это сармоники, два передатчика, здоровые, тяжелые, и один приемник. Ребята, сейчас мы все знаем, что есть легкие и маленькие, но в чем? Почему я не взял легкий и маленький? Потому что здесь мы одним движением выбрасываем батарейки и ставим новые. То есть мне нужно постоянно, чтобы я мог поставить новые батарейки и чтобы мы делали интервью. Вдруг закончится зарядка, а мне нужно снимать. Это недопустимо. Ну, никто нас ждать с вами не будет. Вот. И хочу показать вам, как я поставил стулья. Это тоже очень интересно. Значит, обратите внимание, стулья я поставил вот так вот под углом, да, как бы. Они стоят. Вот один стул, да, у нас. Один стул стоит, да? И второй стул. Чуть-чуть. Вроде бы они за столом сидят, но они под углом. А зачем? Чтобы стол не давал им пространство для конфронтации, да, чтобы они были более в сотрудничестве, чем в конфронтации, да. Стол, ну, можно опереться, положить бумагу, но все равно человек открыт. Вот. Ну и, соответственно, из всех возможных вариаций мы выбираем, как бы, компромисс, да, здесь очень большой компромисс, то есть я поставил вот обе камеры, чтобы они показывали нам открытое пространство, здесь очень много шума, и микрофоны, они все равно шум поймают, поэтому будет понятно, что люди были на выставке, вокруг ходили люди, это, в общем, приемлемо. Вот чем я с вами хотел поделиться, друзья, желаю нам с вами радости, успеха и красивых кадров.